В этом году Grundfos выводит на рынок революционный продукт для применения в системах отопления жилых помещений. Это решение Альфа-3. С его помощью можно невероятно быстро и просто выполнить гидравлическую балансировку двухтрубной системы отопления. Решение Альфа-3 включает в себя насос Альфа-3, считывающее устройство Альфа-Ридер и мобильное приложение для балансировки Grundfos Go Balance. Давайте посмотрим, насколько это легко. Начните с загрузки приложения для балансировки Grundfos Go Balance на свой смартфон, а затем установите насос Альфа-3. Запустите приложение. Оно подскажет, как провести балансировку шаг за шагом. Следуйте простым инструкциям и установите считывающее устройство Альфа-Ридер на насос. Затем закройте все термостаты в доме для любых отопительных устройств, включая системы теплого пола. Приложение покажет расход на закрытую задвижку. Теперь вы готовы приступить к процессу измерения. Начните с первой комнаты в доме, например, с прихожей. Введите данные, запрашиваемые приложением, например, размер комнаты, размер и тип радиаторов. Сейчас приложение измеряет текущий расход и напор для данного радиатора. На этом работа с одной комнатой завершена. Можно перейти к другой. Повторите этот порядок действий для каждой комнаты в доме. Далее приложение измеряет расход при полностью открытых термостатах. Теперь вы готовы приступить к балансировке системы. Приложение покажет, насколько необходимо открыть или закрыть регулировочный вентиль для каждого из установленных радиаторов. Как только процесс завершен для всего дома, система отопления становится сбалансированной. После выполнения гидравлической балансировки приложение готовит отчет. Отчет включает в себя все данные о балансировке, а также подробную информацию о системе отопления для владельца дома и монтажника. Можно подписать отчет, сохранить его и отправить по электронной почте заказчику. Гидравлическая балансировка систем отопления. Быстро, профессионально, просто. Чтобы быть лучшим, используй лучшее.